Приготовьте вместе со мной новогодний салат с кальмарами, крабовым мясом и креветками. Надеюсь, он вам понравится. Приветствую всех подписчиков и гостей канала. Сегодня мы с вами будем готовить салат с кальмарами, крабовым мясом и креветками. У меня здесь кальмары, здесь 350 грамм уже в готовом виде, в сыром виде это было кило 200. 300 грамм креветок замороженных, 200 грамм крабового мяса, можно взять крабовые палочки, отваренных яиц, половина луковицы репчатой, небольшой, здесь 40 грамм, и майонез. Заливаем креветки кипятком. Пока мы с вами сейчас будем все нарезать, они постоят и будут готовы. Нарезаем кальмары соломкой. Я разрезаю вот так вот напополам. Складываем их. И все, и нарезаю тоненькой соломочкой. Я вам забыла сказать, кальмары я отвариваю. Бросаю в кипяток их, предварительно, естественно, почистив хорошо. И варю не более 3 минут, чтобы они не были резиновые. Если вы их будете долго варить, они не будут жеваться, будут как резина. Нарезала я кальмары вот такой вот соломкой. Сейчас также нарежем крабовое мясо. Если у вас крабовые палочки, тоже нарезайте соломкой. Я вот так вот на 3 части разделю и буду нарезать. Добавляем крабовые палочки кальмарам. Нарежем с вами репчатый лук. У меня здесь 40 грамм. И будем нарезать очень-очень мелко. Как можно мельче. Чтобы у нас вот такой вот прям мелкий-мелкий был. Сейчас я его вот так вот порежу. И еще потом немножечко его чуть-чуть так подрежем. Чтобы он был совсем-совсем у нас меленький. Лук я вот так вот измельчила. Добавляем его кальмарам и крабовым палочкам или крабовому мясу, как у меня. Все, лук добавили. Сейчас будем добавлять сюда яйца. У меня есть вот такая специальная для яиц. Если у вас нету такой, то можно просто измельчить ножом, соломкой или также кубиком. Яйца сюда нарезали, измельчили. Отставляем это пока в сторону. Начнем сейчас чистить наши креветки. Креветки будем чистить в отдельную тарелочку. Отрываем голову. Где пузико, вот так вот раскрываем. Снимаем хвостик аккуратненько. И убираем здесь хребетик. Вот так вот аккуратно. Все, креветочка наша готова. Открываем голову. Вот это убираем. Снимаем хвостик. И вот здесь вот чистенькая. Так почистим все наши креветки. Подготовила, почистила креветки. Вот столько у меня получилось с 300 грамм. Добавляем сейчас весь наш общий, уже почти готовый салатик. 4 столовые ложки майонеза. И все это замешиваем. Соли я добавлю сюда щепотку, потому что воду я подсаливала, когда варила кальмары. Поэтому вы добавляете по вкусу. Салат замешали. Вот такой вот он у меня получился. Подготовили тарелочку. И выкладываем салат. Выложили салат на тарелку и сформируем ему форму. Сформировала вот так я на тарелочке наш салат. Обтерла здесь тарелочку края. И выкладываем наши креветки. Салат готов. Всем приятного аппетита. Кому понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И до новых встреч на кухне у цыганочки. Всем пока!